Внимание! Данная программа является памфлетом, и воспринимать ее следует соответственно. Любые сходства с реальными людьми или событиями являются случайными и непреднамеренными. В правительстве произошли перестановки, и мы тоже решили их провести. Вместо Паши будет снимать штатив. Штатив Павел Калинович. Мы отправляем в отставку нашего осветителя, все равно его и не было. И я тоже уступаю свое место. Нужно, чтобы меня заменил другой человек. Пожалуйста, проходите. Сюда, да? Угу. Так, все, спасибо. Ну что ж, вот теперь наша передача кардинально изменилась, как и молдавское правительство. Но одно осталось неизменным. Мы просим вас, друзья, поставить лайк этому видео, оставить свой комментарий под роликом и не забыть подписаться на наш канал в YouTube. Не забываем и про социальные сети наших коллег с 5-го канала. Ссылки появятся вот тут внизу в описании. Это обновленный вечерний Бумистру. Поехали! Здравствуйте, друзья! От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. От перестановок мест в правительстве вообще ничего не меняется. Вот такой пролог к этой новости про долгожданные изменения в составе нашего правительства. На прошлой неделе ТВ8 распространил фейк, который никогда не попадет на страницы StopFalse, о том, что Дарина Речан планирует убрать 5 министров. По факту уволили только одного, главу МВД Адриана Эфроса. Хотя человек даже пытался заручиться поддержкой. Он подписал соглашение о сотрудничестве МВД с Бессарабской митрополией. Но, несмотря на это, Бессараб Божий Адриан Эфрос был изгнан из министерства. Он, кстати, заспойлерил свою отставку за час до пресс-конференции премьер-министра, выложив у себя на странице в Фейсбуке пост о том, что покидает свой пост. И рассказал, какой он молодец, политик-лидер и борец с гибридными атаками. На место Эфроса посадили Даниэлу Мисаил Никитин. Она закончила Государственный университет медицины и фармакологии, то есть медик начнет командовать полицейскими. Мы попытались представить, как будет выглядеть первый ее указ. Однако первое распоряжение новой главы МВД удивило даже нас. Она приказала своим сотрудникам подписаться на ее Twitter, Facebook и другие социальные сети, видимо, следуя принципу «работа ничто, имидж и подписчики все». Ну и как Андрей Настаси, она, скорее всего, повесит крест в министерстве. Только не такой, а вот такой. Министром сельского хозяйства назначили Людмилу Котлобугу. Она является директором фермы. Да, я не оговорился, не фирмы, а фермы. То есть минимум один аграрий у нас остался доволен действующей властью. Кстати, это не первый министр Молдавии, который засветился с какими-то тёлками. Если вы понимаете, о чем. А вы понимаете. Владимира Болю из Минсельхоза перевели в Министерство инфраструктуры и развития. Будет теперь доминировать вместо Андрея Спыну. Логика Дарина Речина понятна, ведь аграрный сектор и сектор инфраструктуры находятся рядом. У нас даже есть наглядные доказательства. Вот, яблоки на обочине, а вот европейская дорога. Видите, действительно, все очень близко. Все эти люди приняли присягу, возможно, приняли и после присяги, и пошли наводить порядки в свои новые министерства. Изменится ли что-то после этих назначений? Конечно, изменится. По крайней мере, одно точно – таблички на дверях кабинетов министров. Осень. Время года, когда с деревьев падают листья, а с неба капли дождя и дроны. Начиная с 10 ноября в Молдову пришел циклон, принеся с собой осадки в виде непонятных летающих объектов. И непонятно, летающих ли вообще. В Рыжканском, Каушанском, Криулянском районах, а также в столичном муниципии были найдены вот такие штуковины. На место обнаружения были вызваны эксперты, которые заявили, что это российский дрон, типа шахет. Я не особо эксперт, но вбил в Google данное заключение и мне выдало вот это. Как говорится, найдите 10 отличий.
Хотя, по мнению Игоря Гроссу, шахет – это вообще пакет. Вы мульцумеск. Даже если тот и три лет спустя, он трон пакет. Да, трон пакет. Трон пакет. Пакет, он шахет. Пакет у шахет. Такое ощущение, что эти шахеды делали на уроках труда в местных школах. А это не безосновательная мысль, так как материал, из которого они изготовлены, это то, под что поет половина нашей эстрады. Фанера, да. Пролететь этим пустышком, как фанера над Молдовой, не удалось, так как у нас имеется радар системы Stevie Wonder за 15 миллионов, который их, естественно, не обнаружил. Могли хотя бы воспользоваться самым бюджетным ПВО. Более вероятная версия того, как дроны попали на нашу территорию, это то, что их просто сдуло ветром из Украины. Но есть в этом деле и нестыковка. Аппарат, который нашли возле Кишинёвой арены, был почему-то завален кучей веток. С этим вопросом журналисты 5 канала подошли к министру обороны Анатолию Носатому, который дал на это, как все военные, четкий ответ. Действительно, откуда министру обороны знать ответы на такие вопросы? Откуда он знает, как оказался дрон под ветками, а тем более его характеристики? Как он вообще их рассмотрит? Дрон же под ветками, ничего не видно. Поэтому посмотрите, говорит Носатый, у себя в телефоне. Зря журналисты вообще подошли к министру. Он бы им еще сказал, что раз радар не работает, нам нужно еще несколько таких радаров. Хотя подождите, он это и сказал. Первые какие-то радары есть невои, потому что детекта аппараты для сборки ориентировки территории, адыка Норден, Суд. Фарти бон антребари, и интереди вера, если ворба диспри он систем для радари. А мы вене вои для трест. Radare de tipul GM200, GM400 și 2-3 radare mai performante pentru a identifica țintele strategice și balistice. Я, конечно, ни на что не намекаю, но заметьте, вся эта история с дронами и реакция властей произошла аккурат во время форума по безопасности, куда были приглашены более 300 заграничных гостей. Нужно было хоть что-то показать европейцам и рассказать, а то, знаете, одними этими сказками про гибридные атаки сыт не будешь. А тут вот они, конкретные, под ветками. Возможно, поэтому и появились все эти дроны. И теперь весь мир знает, что Молдове нужно больше радаров, больше оружия, так как 137 миллионов евро, которые нам уже выдали, не хватает. Ради такого можно и простых людей попугать, а власти и дальше будут вооружаться и доить и так уже передойный бюджет. Все эти бесконечные поставки вооружения и желание милитаризировать нашу страну помогают Молдове точно так же, как и радары помогают нам ловить дроны. Все мы наслышаны о таких успешных IT-проектах нашего правительства, как компенсации МД, Лемне МНД, но, видимо, жалоб на зависание этих ресурсов им оказалось мало. Они решили развить успех и создать целое приложение. В этот раз захотели диджитализировать вызов экстренных служб. Интересная, конечно, идея, но ведь чтобы набрать 112, не нужно даже, чтобы в телефоне была симка. Просто набрал даже со стационарного и вызываешь. Или для зумеров простой вызов в скорую – это недостаточно хайпово. Но, как сообщают сами авторы идеи, благодаря приложению вызов экстренных служб станет быстрее. Ведь в программе заранее будут введены все данные вызывающего, и она определит геолокацию. Наверное, будет что-то, знаете, типа Яндекс.Такси. Заходишь в приложение, сразу на экране появляются там машины, ты еще думаешь, вызвать для этих дерущихся алкашей Бобик Комфорт или Стандарт. Предлагаю, чтобы еще можно было, знаете, ставить оценки каждому экипажу за оперативность, вежливость и за то, что ехали в роддом не под шансон. Главное, чтобы при вызове экстренных служб не произошло такой ситуации. Пацанчик, есть закурить? Нет. Чего? А если найду? Не найдешь. Сейчас, секунду. Интернет надо включить. Сейчас, подожди секунду. Секунду, пожалуйста. Так, геолокацию. Угу. Так. Ну, тут обновляется. Ну, еще минутку. Ну, минутку буквально. Сейчас. Угу. Черт. Сейчас.
сеть не ловит, ну... Полиция Молдови, вы эскульте? Да поздно уже, ребята. По этому адресу уже скорая нужна, а не полиция. Но, кроме шуток, надеюсь, что приложение реально будет работать, а не зависать, и поможет людям, а не просто даст каким-то программистам заработать на госконтрактах. Наши компьютерщики из вечернего Буймистру тоже пораскинули мозгами и подумали над тем, какие еще можно разработать приложения для нашей страны. В США есть Силиконовая долина, где разрабатывают самые крутые приложения. Но и наши программисты не лыком шиты. Представляем вам лучшие разработки Поролоновой долины. В наше время очень сложно найти себе пару нормальных нанашей. Не хватает ни времени, ни связей. Специально для таких одиноких людей был придуман Нанашиндер – приложение по поиску нанашей. Вводите в поиск параметры доходов, возраст, статус отношения к алкоголю и смахивайте вправо. Если кто-то из одобренных вами кандидатов сделает так же, то вы образуете пару нанашей. Время идет, а мессенджеры устаревают. Чтобы перебить эту тенденцию, мы решили создать сразу устаревший сервис для обмена сообщений – мессенджер для староверов WhatsApp. Ну реально, все остальные уже давно в телеге. Вы перспективный политик, но у вас нет денег, чтобы раскрутить свою партию? Предлагаем вам Кику Стартер Сервис, где вы можете представить свою программу на суд простым людям, которые могут дать вам денег. Отличная альтернатива, когда НПО полюбили не вас. Помощь руководителям мы создали кроссплатформенный проект «Щазам». Необходимо выполнить скучную работу? Не хотите приходить на совещание? Сейчас зам все сделает за вас. Нужно просто напеть ему в уши про повышение зарплаты, внеочередной оплачиваемый отпуск и что сделаете его партнером. Представляем первое в своем роде приложение для знакомств с министром Молдавии – Бадун, которое уже достойно оценили первые пользователи. Если вы уже набили шишек с другими приложениями для знакомств, то welcome к нам. При вводе промокода «Это фейк» вы получаете бесплатно VIP-статус на неделю. Заходи в Бадун, тут жарко. Если вам не с кем выпить, это еще не повод бросать. Рената Усатый подтвердит. Ведь есть приложение для поиска собутыльника – Яндекс.Дзинь. Яндекс.Дзинь. Напьются все. А для любителей откровенного контента подойдет платформа для наблюдения за деятельностью избранных политиков. OnlyPass. При желании можно им задонатить, но, к сожалению, не всем. В наших реалиях там OnlyPass. Остальные признаны группой криминалы и заблокированы на территории страны. На них можно зайти только через VPN. Следующая разработка специально для диаспоры. Google Play Natal, где вы можете зайти и скачать фото ваших родных мест. Кстати, если смотреть фотки родных сел без фильтра, то сразу расхочется приезжать даже на пасхальные и голосовать за Санду в посольстве. Обычные курьеры боятся доставлять еду в ваш район? К вашим услугам Глова Пацана. Курьеры из Глова Пацана метнутся кабанчиком за хавчиком и принесут заказ даже туда, где закладки оставлять боятся. Курьеры Глова Пацана не пользуются лоховскими рюкзаками, а носят все в карманах штанов, ведь Глова Пацана не скрыт за широкими штанами. Глова Пацана, пацаны мне деньги, а я все пацанам. Самая четкая доставка. Ну и какой же сервис доставки без дурацкого джингла? Глова Пацана. Не понять тому, кто не бежал от местных, с кетчупом и пивом, пьяный по дворам. Это еще далеко не все программы, которые имеются у нас в разработке. Если ролик наберет 5000 лайков, то мы расскажем вам о таких приложениях, как Spotify Quintic, Spin Chat и Гросуслуги. Желаем вам здоровья, а все остальное приложится при помощи наших приложений. Обычно, когда у женщины проблемы, она собирает подруг, чтобы все обсудить. Но когда подруг нет, обсуждать приходится с кем-то еще. Вот и Майя Санду обсудила проблемы политической коррупции с отечественными партиями. Но Санду не из тех женщин, кто зовет к себе кого попало. Поэтому позвала тех, кого не жалко. Итак, вот он, мощный список тех, с кем Майя Григорьевна обсуждала коррупцию.
Представитель партии МАН Гай Гвартанян. Видимо, встречи с Анду Щебаном, как 29 февраля, могут быть только раз в 4 года. Далее список не такой солидный, я даже больше вам скажу, даже на дне рождения у Гайка Вартаняна список гостей был попредставительней. Значит, Дантес местного разлива Драгош Галбур, помним его по борьбе с Пушкиным, вернее с улицей Пушкина. Игорь Мунтяну, представитель партии, которая вдохновилась то ли геометрией, то ли Казимиром Малевичем, Куб. Из аналов политики прямо в президентуру через черный ход явилась Арина Спетар. Она же Виктория Богату, она же Гоша, она же Гога и так далее. Попадья и агент под прикрытием в одном лице. Пробужденный из литургического унионистического сна Михай Гимпу. Бонжур, Михай. Пришел даже этот, как его, забыл фамилию. Сула. Точно, Сула. И он. Представитель партии ДПМ, которая после ухода Плохотнюка оказалась в ПСД. Ни о чем не подумайте, так партия называется. А вот от партии «Респект Молдова» пришел не очень респектовый Евгений Никифорчук. Также был представитель партии «Лига городов и коммун». Ну, камон, ребят, ну не стоило ради такой встречи отвлекаться от эфиров на ТНТ. И прочие, на которых даже шутки придумывать лень, потому что никто их вообще не знает. Разговор получился мощный, ведь в нем участвовали политики, от чего политического рейтинга остались одни мощи. Лучше всех итог консультации подвел Михай Гимпу, который заявил, что нам вообще не нужен ни президент, ни правительство, ни парламент, ведь все это у нас есть в Бухаресте. Что говорит о невероятно хорошем впечатлении, которое произвела на него президентка диаспоры. Журналисты ждали у президентуры Майю Григорьевну с какими-то разъяснениями по поводу встречи. Кто-то даже под окнами кричал: «Асанду выйдет!» «Нет, не выйдет! Ну тогда скиньте, пожалуйста, Эфроса!» Адриана Эфроса, кстати, в тот день не скинули. А к журналистам вышел его тезка Адриан Балуцел, глава кабинета президента. И сразу же ответил на очевидный вопрос. Что-то мне этот диалог напоминает. А где бабуля? Я за нее. Также глава кабинета объяснил, почему на консультации вызвали именно этих ноунеймов. Но ам инвитат партиде каре не плак, ам инвитат тоати партиделе каре ну ау партичпат ин корупция политики дин ачест скрутин электорал ши ну ау фост бенефичари acestei corupții politice. Deci am încercat să fim cât mai inclusivi. De asta am invitat, vă spun, 21 de partide au primit invitația. Dar cum ați verificat dacă toate aceste partide n-au fost private de corupția electorală din acest scrutin și că n-au fost beneficiari și ei, poate cumva? În acest sens, ceea ce pot să vă spun este că un reper au fost inclusiv munca jurnaliștilor și jurnaliștilor de investigații, mă special. Короче, позвали тех, кто не занимался коррупцией на этих выборах. То есть, если занимался коррупцией, но не сейчас, немножко раньше, можно приходить. Ведь совсем недавно про одного из своих гостей Санду говорила так. Despre schemele de corupție ale lui Nicifortiuc și Andronache știu de amul și copiii de la grădiniță. Numai instituțiile noastre de combatere a corupției nu vor să știe despre aceste scheme. Напомню, что этот человек обвинялся в попытках убедить депутата-коммуниста выйти из ПКРМ. А раз не спас, то это даже не коррупция, знаете, это агитация или информирование про европейский курс. Молодец. Вот если все мелкие партии так скинутся, да, чтобы перекупить депутата из нехороших, по мнению Санду партии, то и коррупции в политике не будет. И вот тогда в Молдове будет хорошо жить. Не во всей, конечно, а в периметре вот этого забора. Хоть какая-то определенность появилась в нашей молдавской действительности. Депутат парламента Олеся Стамати назвала приблизительную дату грядущих парламентских выборов. До периода легал, арфи периода калда, лунили девара. Ну да, ар путя са ажунга ши пына легал, ворбин пына септембри апроксиматив, дар крека ну май мул де атет. Получается, к сентябрю будут готовиться не только школьники. Выборы, конечно, могут пройти и раньше, но если они состоятся раньше августа, многие депутаты потеряют мандат и не смогут получить отпускные. А если пройдут в августе, значит, нужно будет работать в отпуск. Кому вообще это надо? Вот и выходит, что не позднее сентября. Означает в сентябре. Так что придется немного подольше подождать, когда
Надеемся, в парламенте сменится пластинка, а главным диджеем будет уже не Игорь Гросу. Но пока этого не случилось, давайте послушаем те песни, которые звучат сейчас и, сами того не зная, описывают всю нашу суровую молдавскую действительность. А вы знали, что если поменять название у песни, то и смысл самой песни тоже меняется? Сейчас мы вам это докажем в нашей музыкальной паузе. Лидер движения «Гайдуки» дозвонился до Майи Санду. Кредо водителей BMW. Девушка с низким IQ зашла в церковь. Погасил свечи, загадал желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание. Когда познакомился в клубе с Чикой, но не уверен, что ей есть 18. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Как Фулджер проводит обыски оппозиции. Открывая двери без ключа. Про очень-очень-очень худого человека. Фермеры пришли к Минсельхозу поговорить с Владимиром Болей. Но боли больше нет. Где любят Майю Санду. Ник Вуйчич на свадьбе. Ты свой посреди тонец, танцевал уже без рук. Почему Илон Маск стоит в пробке? Про работоспособность молдавских радаров. Взгляни на небо, посмотри, как плывут облака, и солнце свет, нам с тобой не поймать никогда. Раду Мариан несколько раз соврал в одном предложении. Женщина, не танцую, женщина, я не танцую, хватит улыбаться, нормально с ориентацией. Когда увидел список пришедших на консультации с президентом. На сегодня все. Сохраняйте себе этот плейлист и отправляйте своим друзьям. До следующего альбома! Наступили холода. Греться обогревателем дорого. Поэтому мы расскажем вам горячую новость из не менее горячей экваториальной Гвинеи. Глава Национального агентства финансовых исследований Бальтазар Эбанг оправдал свою фамилию. Во время обыска полиция искала у чиновника доказательства его коррупционной деятельности. А нашла более 300 порнографических роликов. Как говорится, искали медь, а нашли золото. Самое интересное, что героем всех этих роликов является сам Эбанг. Вот он, лысый из Brothers в адаптации Netflix. Если бы в своем ведомстве он отвечал за демографию, его бы не то что оправдали, а даже наградили за усердие. Пикантности этой истории, хотя казалось бы куда пикантнее, но пикантности этой истории добавляет личность актрис. Ведь среди его партнер были дочь главы МВД, жена генерального прокурора, жены около 20 различных министров страны, жена его младшего брата и даже родная сестра президента Экваториальной Гвинеи. Oh my. Человек перетрахивал кадры покруче Александра Григорьевича. Напомним, Эбанга занимал должность главы Национального агентства финансовых расследований. Так что он сможет сказать, что делал это все не просто так, а проводил женам чиновников допрос с пристрастием, трудился, не покладая рук и покладая женщин в свою постель. Судя по некоторым видео, он продвинулся в расследовании довольно-таки глубоко. И даже покопался в грязном белье. Учись, Драголит! Правда, большинство схем, продемонстрированных Эбангом, и так всем известны, знаете, с 4 века, когда там была написана Камасутра. Это, конечно, был большой удар для действующего президента Экваториальной Гвинеи и его репутации. Ведь у него, на минуточку, самый большой в мире срок правления – 45 лет. И он не хотел бы лишиться должности из-за племянника. Да-да, Бальтазар, оказывается, является племянником действующего президента. Но сами понимаете, ни один порносайт не может обойтись без роликов про отношения внутри семьи. Его судьбе, конечно, особо не позавидуешь, ведь президент Гвинеи очень строг и суров
со всеми, кто нарушает нормы и наказывает их публично. Внести флюгегахаймен! Извините, не то видео. А этот человек просто недостаточно усердно исполнял свои обязанности. Что же будет с таким усердным работником, как Эбанк? Пока президент ограничился только коротким комментарием. Что ты, пи***р, себе позволяй? Ну а самому Бальтасару Эбангу сейчас куда безопаснее находиться за решеткой. Ведь снаружи его дожидаются десятки высокопоставленных рогоносцев. Так что лучше ему признаться в коррупции и пересидеть в тюрьме, пока там все не успокоятся. В идеале в женской. На этом все, дорогие друзья. Берегите себя и не будьте поводом для плохих новостей. Если у вас есть кто-то в Экваториальной Гвинее, проверяйте, как у них там дела. Пока-пока. Да ладно. Ничего себе, ну как он ее... Дима, ты че, решил видео с Эбангом посмотреть? Да не, я смотрю этот новый сериал, в котором Адриан Эфрос сейчас начал сниматься. Эфросинья. И он в тайгу поедет.